При поддержке акимата Жамбылской области автопарк регионального департамента полиции пополнился 59 новыми автомобилями. Ключи от новых машин в ходе торжественного мероприятия вручил аким области Ербол Карашукеев. В текущем году на укрепление материально-технической базы департамента полиции из местного бюджета выделено более 4 миллиардов тенге. Из них 877 миллионов тенге на приобретение служебных машин. Главная цель – повышение доверия граждан полицейским. Необходимо увеличить количество квалифицированных специалистов, которые добросовестно относятся к своей работе по охране общественной безопасности. Начальник департамента области Арманбек Баймурзин подчеркнул, что принимаются комплексные меры по повышению эффективности правоохранительной деятельности. Стоит отметить, что с 2020 по 2023 годы сотрудникам полиции вручены ключи от 309 служебных автомобилей. Автопарк департамента Жамбылской области пополнился новыми электромобилями отечественной сборки марки «Джак». Они соответствуют, отвечают всем современным требованиям безопасности, позволяют правоохранителям еще более оперативно реагировать по вызовам и быстро доезжать до места происшествия или преступления. Поскольку эти машины заряжаются от источника электроэнергии, они в 2,5 раза экономичнее обычных автомобилей. То есть на содержание бензиновых двигателей и обслуживание в 2,5 раза обслуживание электромобилей обходится дешевле. В этот день были вручены ключи от 59 служебных автомобилей. Департамент полиции Жамбылской области первым в стране приобрел 25 электромобилей отечественного производства, экологический вид транспорта. Новые машины оснащены современным оборудованием, установлены усилитель звука и рации. Через систему GPS централизованно отслеживается, в каком направлении движутся автомобили. Торжественная церемония завершилась парадом новой техники и строевым смотром личного состава. Кулеш Умурзакова, Нуркадыр Улимхан, Азамат Бескенов, 77 News.